ребята, всем доброе утро, всем привет. Я уже накрасилась, помыла волосы, покормила Пуму. В общем, сейчас собираюсь сделать себе чай, что-нибудь покушать. Вообще сейчас Ваня вернется уже буквально через 20 минут, поэтому, наверное, буду кушать я уже вместе с ним. Сделала я сегодня макияж новыми тенями от Шанель, которые мне вчера подарили. И я безумно довольна результатом. Мне очень нравится мой макияж, мне нравится цветовая гамма. Очень круто подчеркивает цвет моих глаз, то есть на контрасте мои зеленые глаза смотрятся еще ярче. Еще к ним у меня подходит моя маковская помада матовая, она тоже такого вот оранжево-кораллового цвета, вот вместе с тенями очень гармонично смотрится, и в общем я довольна, очень-очень довольна. Так что, вот такие вот дела. Сегодня четверг. Где наша Пума? Она ходила тут, клянчила что-то. Я ей воду налила свежую и кушать ей положила тоже свежую порцию. Она все равно что-то недовольна. Так. Я сейчас себе сделаю молоко с кофе. Я читала комментарии, пишут: Катя, как это можно называть кофе с молоком, если это вообще бодяга какая-то? Это молоко с кофе. С кофе, но никак не кофе с молоком. Я с вами соглашусь, я именно так и пью. Я пью молоко с добавлением маленькой дозы кофеина. Вот и все. Пума, будем пить кофе? Ты будешь кофе пить? Красотка, ку-ку. Пульну мячик. Не? Давай. Лентяйка. Меня просто так радуют эти шарики. Не знаю почему, но я очень люблю шары. Единственное, что эти шарики держатся намного хуже, чем те, которые Ваня мне дарил на 14 февраля. Вот смотрите, вот этот шарик один, по крайней мере, пока что, слава богу, один, он уже не взлетает. То есть туда, на потолок, то есть он уже опускается, видите? И это, в общем, как-то это печальненько. Возможно, из-за того, что Пума его тягает, она достала ленточку и бегала с этим в зубах, с этим шарик. А нет, он не единственный, вот этот и вот этот тоже, смотрите, опустился сразу же. Пусянь, ты чё? Иди, играй с шариками. Пума, на, играй. Я не ругаюсь, потому что шарики, которые на День Святого Валентина мне Ваня дарила, они до сих пор есть. А два уже, я их уже выкинула, один улетел у нас вот сюда, смотрите. Раз, два, три. Пиу! Один все еще там висит, но так как у нас потолок очень высокий, я уже не достану этот шарик. И два шарика у нас здесь в спальне, смотрите. Да, они опустились, но они еще живы. Вот, так что они там, кстати, вот в этой коробке у меня летняя одежда, я еще ее не разобрала или не разобрала. В общем, она еще там валяется. Я эту коробку прикрыла пледом, которым вязала. И два шарика там. Они вообще были у нас вот здесь, вот висели. И они сейчас опустились и пошли туда вниз. Ну, я это вообще к чему? К тому, что... Эти шарики держатся намного лучше. Не знаю почему. Может, из-за того, что они из другого материала. То есть это не обычные шары, а такие, типа полиэтиленовые, не знаю. Вот. Эти обычно, но все равно так классно. Мне очень нравятся веревочки. Веревочки, вот эти вот ленточки, они переливаются, и это выглядит очень красиво, нежно. Я в восторге, обожаю шарики, не знаю, мне кажется, это настолько так празднично, настолько нежно и настолько вообще класс. Так, кстати, мой кофе готов, так что у меня кофе питье. Я сходила, вынесла мусор, у нас на улице так тепло, по-моему, 19-20 градусов. Я чувствую, что куртку я сниму, потому что очень тепло, но... прохладный воздух, вот ветерочек дует и такой вот прохладненький, поэтому мне вот в такой вот курточке
самый раз, чтобы не заболеть. Ваня выезжает. Ку-ку! Все, мы, Ваня меня отвез на станцию. Пока-пока, Зай. Вот так что я иду на станцию. Да, мы с другой станции. Я сегодня еду сюда, потому что Ваня сейчас к родителям там завезет вещи. И еще мы на почту ходили по делам. Вот так что отсюда еду на учебу. Всем привет! Я, кстати, приехал уже к родителям. Вот тут им нужно было кое-что помочь, я уже помог. И смотрите, что сегодня приготовили на семейной кухне. Я думаю, никто не догадается, что это такое. Нереально, да, догадаться? Особенно вот тут, вот в серединке. Как вам? Так, иди, иди отсюда. Пробка. Вот, а сейчас мы пойдем. Пойду Наде помогу снять видео. Она, кстати, она открыла испанский канал, кто не знает. Что ты улыбаешься? В общем, это, она открыла испанский канал. Он у нее, кстати, хорошо достаточно пошел. Потому что мы за это ей большой респект. А сейчас я ей пойду немного помогу, она там что-то хочет снять. И может вам немного покажу. Посмотрим, будем пробовать, действительно ли работает лайфхак. Какие? С машиной? Зубной пастой. Что будешь? Зубную машину? Машину будешь намазывать? Ну не машину, фары. А чтобы они блестели? Да. Ты видел такое? Не, не видел. Ну вот сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Будет работать или нет. De dientes con el cepillo de dientes también. Y lo frotas así, en plan potente, fuerte. No sé cuánto pastas habrán gastado, pero hay, se necesita bastante. Madre life hackers. Ты услышала? Кем? Я сказала, Надя лайфхакерша. Это просто, es que pasa la gente y me mira y dice, ¿esto qué hace? No importa. ¿Qué hace con mi coche, no? Я дома. Я приехала домой, и знаете что? Все шары упали. Все. Представляете? Да. Очень странно, я даже мне понять, я вообще даже представить не могу, почему они везде. Наверное, просто потому, что они сдулись. Просто потому, что они сдулись? Что мы будем хомячить? Держи камеру, а что ты хочешь? Шарики. Что ты хочешь хомячить? Не знаю, пищу. Пищу хочешь хомячить? Будем смотреть с тобой пассажиры. Да. Фильм. Есть павун. Китер-фрейд. Да, мне без разницы. Ладно. Сделаем куренку. На гриле? Хочешь идти? Нет. Нет, я передумал. Что там? Моцарелла? Я не хочу моцарелла. Я хочу... Что ты хочешь? Я тебе сделаю курочку. Угу. А что к курочке будет? Что хочешь? Ну давай. Рис. Рис? Да. Рис хорошо. Сварю рис. Вкусный рис. Что ну, это? Гречка все, гречки хана. Почему ты ее не похоронил? Я думал, ты придешь и похоронишь. Да я домой приехал, доделал практику, тут сидел. Нам, у нас, короче, сейчас я расскажу. У нас практику нужно сделать. И почему-то учительница сказала сделать, придумать всем название группам. То есть обычно там у нас, допустим, группа 1, группа 2, группа 3. И, ну, у всех такие были названия. А это типа, мне надоели такие безликие группы. Давайте все придумаем какие-нибудь классные имена группам. Каждый должен придумать название своей группы. Короче, бред бредом. Мы практику делали, ну, она у нас была практически сделана, оставалось она сделать только репорт. Я не знаю, как это. Ну, там, короче, было несколько вопросов, и на них нужно было ответить. Вот. Мы их сделали где-то минуты 45, может, час.
Но вот над названием группы мы думали очень долго. Мы, наверное, минут 40 думали, как бы назвать нашу группу. Мы тут так наржались с Альбертом. Короче, мы там и придумали все... Короче, ну там все на испанские слова, поэтому, в принципе, нет смысла их перечислять. В итоге мы назвали нашу группу... Как? Invertim. Invertim на каталанском, из каталанского переводится как... Invertim, сейчас. Ну, когда человек вносит деньги в какой-то проект, как это? Так, ну, ладно, не понимать. Ладно, сейчас я вернусь. Так, в общем, я вернулся. Invertim переводится как вложение. Вот, но у нас там есть ключевое слово «инберт». Мы сделали из моего и Альберто имени «ин». Короче, ну там вот первая часть – это наши имена, а «тим» мы написали не как по-каталански, то есть «тим», а написали по-английски, то есть как группа, ну, как команда. В общем, короче, нам очень понравилось, мы сказали, мы очень гениальные и вообще наша... Нам только за это нужно десятку поставить, за наше название группы. Ты что думаешь? Идеально. Шикарно. Сначала мы сделали Invertim. Узнали? Invertim, да. Invert это, короче, с английского переводится как человек, который очень хорошо целуется. Что-то такое, мы такие думаем, нет, что-то вообще не то. Нам это не подходит, да? Да. Вот такие дела. Сейчас будем кушать. Я уже поставила на рецепт. Так я вот, что хотел сказать. Я сделал практику, и потом ты позвонила, и я тебя забрал. Вот то, что я сделал за сегодня. Ну, дома. Молодец. Чему я это говорил? Не знаю. Не знаю. Чему? Все забито от посудомойка. Кстати, уже можно включать 10 часов. Да, только стал сначала здесь. Растасовать. И поесть, и положить. Мы досмотрели фильм, и знаете, достойный. На паузу поставлю. Мне понравился сюжет этого фильма. Мне кажется, хороший. Единственное, что у меня всегда присутствовало такое ощущение, что какая-то недоработочка. Я не понимала, почему, ну, как бы я не могла понять, чем закончится фильм. То есть, ну, уже все показали там, да, и я думаю, блин, ну хорошо, вот, они это сделали. По идее, ну, как бы все. Что еще может произойти? Но конец такой неоднозначный получился. Ну да, ты постарайся без спойлеров. Ну я ж поэтому с такими задержками говорю, чтобы не рассказать вообще весь фильм. Но у меня есть несколько вопросов, вот, которые мы с тобой обсуждали. Вот почему они не сделали так и так? Почему? Непонятно. Ну а так фильм классный, не знаю, если вы его не видели, то обязательно посмотрите, как он называется, пассажиры, да? Трейлер был классный, и мы его посмотрели, фильм хороший. Сыграли актеры вообще супер, очень круто сыграли, мне понравилось. Вот мы типа людей, помните, видели наш? Вот что-то типа этого. Да, кстати, да, неплохо, неплохо. Ставь, иди чай. Кто это хочет увидеть, как сыграли там актеры в этом фильме, посмотрите наше видео. Вот что-то типа этого. Ну, конечно, мы лучше сыграли. Но вот как-то так. У нас закипел чайник, но мы в итоге решили чай не пить. Вот. А еще Ваня что-то на меня обиделся. Лежит и ржет там под подушками. Чего ржет, чего обиделся? Непонятно. Еще и это палец мне так показывает. А! И он взял в плен мой большой палец. Ай! Сейчас же внезапно схватит. Я снимаю!
Чу-чу-чу-чу-чу. Так вот, чай мы решили не пить и идем это спать, монтировать влог. Так что всем спокойной ночи. Всем спокойной ночи. Всем, всех с 9 марта. Ура! Ура! Все, всем пока-пока.